Сейчас, девчонки, буду я химичить. Вот у меня есть 4 сосиски. Это какие-то у меня детские, по-моему, сосиски. Не хочу я их уже есть. А в интернете нашла такой интересный рецепт, что я решила попробовать, что у меня с этого получится. Так, обчистила я их. Сейчас я их порежу. Так, у меня нож в масле. Вот какая я. Так, сейчас я их порежу. Так, натерла сыр, который тоже у меня уже залежался. Слежался. До конца не получилось. Вон такими кусочками осталось. Но не важно. Но сыра у меня много. Надо мне свеженький сыр купить. Так, куплю, открою. Потом у меня лежит. Так, что мы будем дальше делать? Дальше мы сюда вобьем яйцо. Так. Да, вобьем яйцо. Так, я включу газ, чтобы грелась сковородка. И теперь мы это вот это хорошо перемешаем. Теперь мы сюда добавим немножко муки. Ой, что-то у меня не открывается моя. Так, чуть-чуть для липкости, для связки. Вот. Вот немножечко это все склеилось. Не знаю, что у меня будет получаться тут. Так, теперь я еще разобью одно яйцо. Опа. Так, сухарей только у меня тут мало совершенно. Совсем мало сухариков осталось. Я давно не покупаю батоны. Они у меня не засыхают, и нечего сделать сухари. А сухари, которые готовые, магазинные, я их не люблю. Они невкусные. Так. Ой, жарится моя деревяшка. Так, наливаем масло. Уже там нагрелось немножко. Так, ну что? Еще немножко, наверное, надо муки. Чуть-чуточку. Чуть-чуточку. Мы посмотрим, что у меня с этого получится. Надеюсь, получится что-нибудь симпатичное. Так, и вообще-то это надо делать руками, все остальное. Не очень мне это дело хочется руками делать, но так придется. А, так, вот так. Буду помогать вилкой. Вилкой буду помогать. Так. Теперь я это обваливаю в молоке, в яйце и в сухарях. Даже не буду их отсюда, с этой баночки, вытаскивать, иначе только просыпаю кругом. И теперь я вот эту вот такую вот котлетину ложу на сковородочку. Надеюсь, она не развалится. Так. Давайте дальше будем. Может, немножко больше. Так, в яйце и в сухарях. А потом позову Максима пробовать, что у меня с этого получается. Так, только бы оно не развалилось, а? Только б не развалилась. Опа. Так. Так. Все, руки уже все липкие, все замусоленные. Так. Сухариков маловато будет. Маловато будет сухариков.
Можно было бы еще, конечно, еще раз в яйцо и в сухарики. Но сухариков маловато у меня совсем. Вот. Хоть ты покупай специально батон, засушивай его и делай сухари. Но развалиться-то вообще не должно, ведь я и внутрь яйцо вбила. Но все равно, видите, как расплывается. Расплывается. Вечно что-нибудь придумаю. Вечно что-нибудь придумаю. Опа. Все, последнее. Последнее. Так, прямым ходом туда. В яйца. Так. Все, руки как. Руки как. О, какие красивые. О, какие красивые ручки у меня. Ну и что? А что-то оно у меня развалилось тут последнее все. Вся последняя развалилась. Все, осталась одна капля сухарей. Ну, я думаю, что здесь хватит. А теперь мы еще, потому что яйцо есть. Так. Ой, боже мой. Боже мой. Хорошо, что никто не видит. Но кроме вас только, конечно. Кроме вас. Вот, последний что-то. Последний блин комом. Как всегда. Все. Так. Быстренько пошла руки отмывать. Чтобы ты не сгорела. Где это моя вторая? Вторая моя лопаточка. Опа! Опа! Брызгается. Брызгается. Лопатка в воде. Только что отмытая. Ах, последний не хочет переворачиваться. Ладно, пусть еще зажарится. Из этого. Так. Пока жарится, повыбрасываю мусор. Поставлю на место все. Так, и посмотрим. Сейчас будем снимать. Смотреть, что у нас получится. Так. Все. Так. Хотела в фикс-прайсе нож новый купить себе, вот похожий на этот, но тут что-то посмотрела я в этих самых видео, что он ломается в одну секунду, поэтому не купила. Так, ну у меня вот этот вот, ой, последний блин всегда комом. Ну ничего, перевернулся, вот. Сейчас я их дожарю, и мы посмотрим, что там получится внутри. И сейчас будем снимать. Сейчас будем их снимать. Ну что, будем снимать. Я, как всегда, делаю 10 дел сразу, и я уже помыла даже посуду. Сейчас мы посмотрим, что же тут получилось внутри. Все запеклось, все зажарилось. И вот внутри вот так вот выходит. Сырок расплавился. Вокруг сосисок. Сейчас я попробую. Сейчас я попробую. Вы знаете, даже очень съедобно. Все, можно выключать. Они все сжарились. Вот. Я никаких пряностей не добавляла, потому что сосиски. Сосиски сами соленые. Зачем еще их припудривать какими-то пряностями? Ну вот. Вот все мои такие вот. А
как мы их назовем? Котлетки или что это? Но вот такое вот получилось. Когда вы не хотите уже сосисок, не хотите сыра, и надо куда-то это что-то применить, то вот можно сделать вот так вот.